мы сейчас с дочкой едем по магазинам. Сначала заедем в Лидл. Мне надо кошке купить корм. А то у нас в магазине как-то очень дорого все. Потом в Доминос заедем. Походим. Мне нужны носки. Ну, еще куда-нибудь. Возьмем вас с собой. Вместе походим. А мы едем дальше. Вот мы приехали уже. Сейчас с утра народу мало, хорошо. Давайте вы вперед, я за вами. Возьмем тачечку. Так, заходим. Кстати, многие говорят, что нельзя снимать в Lidl. Я не знаю, я сколько вот хожу, снимаю. Меня никогда никто не останавливал. Никакой охранник, никто. Так, булочки будем? Я не буду. Хватит булочки есть. Лето. Уже скоро совсем. Надо фруктов каких-нибудь взять, наверное. Так, здесь бананы евро 79. О, лимонов надо взять, наверное. Лимоны 99. А килограмм евро 98. Это 500 грамм. Полкило возьмем. А можно поштучно. Я, наверное, поштучно возьму. А поштучно дороже. 2,19. Но мне надо два лимончика только. Или один даже. Знаете, сейчас охранник подходит. Я думаю, вот только что сказала, что можно снимать. Никто ничего не говорит. А он говорит, вы соску потеряли? Там на полу валялась соска. У ребенка упала. Я говорю, да. Так, возьмем сейчас хлебушек, порежем. Так, там какая есть? Большая? Маленькая? Большими кусочками? Да? А мне нравится больше средней. Вот свечи. Ну, красота. Я только сказала, будем худеть, булки есть не будем. А набрали, смотрите, один хлеб почти. Лаваш. Хлеб такой. Но это дочка набрала. Семья большая. Это не только я. Надо, наверное, взять копченые колбаски. Деликат, то есть салями. Евро 69. 150 грамм. Здесь детский. Тебе не надо солнцезащитный крем детский? 3,99 стоит. Скоро лето детям. Вот еще такой есть за... О, 6,99 он стоит. Да. Вот, ну раз побрызгал. Не надо мазать. Масло евро 49. Евро 18. Надо кефирчик взять. Евро 0,9. Какой интересный детский столик и два стульчика. Комплект. 39,99. Ну, 40 евро. Красивый. Вот для детей. Железная дорога. 3 плюс. Это стоит 34,99. Есть еще поменьше комплект такой. 256 штук. За 27,99. Есть еще поменьше. Ну, вернее, не поменьше, а другое. За 24,99. Здесь тоже 56 штучек.
Есть еще вот такая железная дорога. Здесь за 19,99. Здесь уже 2 плюс для мальчиков. Ну, можно и для девочек, в принципе. И вот такая доска есть еще для детей. 25 евро. Там и счеты есть. И рисовать можно. Вот такую игрушку мы возьмем для младцы. 6 евро. Вставлять фигурки. Ты взяла уже? Да. Садокорма. У меня кошка очень любит вот эти вот. 29 центов. Правда, ей на один зуб. Ну, дешевле, чем в магазине, конечно. Сейчас возьму. Ну вот, набрали. Мы здесь вместе с дочкой набрали. Это не я одна. Все, закупились. Сейчас в машину и вперед. На 56 евро. Ну, мы так на 2 семьи. Там уже обзор не буду показывать. Это очень долго. Ну, так примерно вы видели, что мы купили. Сейчас едем дальше. Это Бривибас. Мы едем по Бривибас. Мне больше всего нравится на Бривибас Литл. Там народу поменьше. Ну, с утра. Сейчас там направо, да? Ага, поговори со мной. Скажи, заворачиваем направо. Не навигатор. Алиса, поговори со мной. У нас, кстати, с 15 мая можно уже ездить без масок в общественном транспорте. С воскресенья. Ну, правда, я уже давно езжу без масок. Мне даже один раз контролер в автобус зашел, я была без маски, я даже забыла про нее. Ну ничего, проверил билет и вышел, никто ничего не сказал, всем все равно. Ты в курсе, что маски надо? Нет. А, ну ты в общественном транспорте не ездишь. Я езжу, я ближе к народу. Можно заодно сумочки посмотреть здесь. Ну такая, 110 евро. Такой вариант за 110 евро. Она красная и темно-синяя. Мальская красота, алмазная мозаика. Это руками сделать можно все. Такой разные размеры. А сколько стоит вот такая вот самая большая? Это будет 50. 50 евро, да? Поменьше вот это по 40. Очень красиво. Видите, девушка 30, Борсовушки по 18. Ясно, спасибо. С другой стороны рисунки номера. Ага, спасибо. Если попить кофе в Коста Кофе. Круассанчик. Попьем такой кофеек карамелевый. Вкусненький. В таких креслах посидим. В царских креслах. Шли максимум 3,75 носочки такие по-мужски. Смотрите, шоколад с чесноком, кусочками чеснока. 6,50. 5,50, да. 100 грамм. Ну, возьмем, да? Возьмем, она тогда. Попробовать. Интересненько. Такие резиновые сапожки прозрачные. 15 евро такие. Мы сейчас зашли в детский магазин посмотреть обувь детскую. Кроссовки такие разноцветные. 45 евро. И розовенькие такие есть. Детские.
Курточка для девочки симпатичная. 48 евро. Сейчас в кидзоне магазине детском. Смотрите, новинка. Куколки такие, спа. За 40 евро. Здесь по бокам ходит маска для лица для куклы, бомбочки и аксессуары. Это есть блондинки, есть брюнеточки. Такая классная машинка. Сколько? 20 евро стоит, да? Может, Настеньке взять? Интересно. Она сама выбрала. Посмотри на мои колеса. Они круглые. Он дракоша. Когда мимо проходишь, он так рычит. Зашли в Лидо перекусить. Клубничка со сливками. 2,50. 250 грамм. Сладкого ничего не хочется. Мне вообще еще кушать не особо хочется. Меня дочка привела. Ей захотелось покушать. А я за компанию. Ну, что ты будешь? Я не знаю. Вот здесь есть мой любимый яблочный сок. 90 центов стаканчик. Ну вот мы взяли пюре, котлетку с соусом. Дочка взяла салатик зеленый с яйцом. Я взяла рыбную котлетку, салат и яблочный сок. И заплатили 9,85 за все. А еще и сюда ребенка покормим. Где? В этом магазине? Кроссовки хочу себе еще посмотреть какие-нибудь. Такие смешные кроссовки, блестящие. Ух ты, 170 евро. Какой рюкзачок за 75 евро. Ну, так себе. Уже выехали. Купили, что мы купили? Купили ребенку босоножки. Тетьку не забыли. Вот. И я себе носки одну пару. Там не было нормальных больше. Так, сумочку я себе посмотрела, но ну, мне понравилось, но там маленькая, маленький размер. Очень. Была бы она чуть-чуть побольше, сумочка. Я бы, может, взяла бы там какую-нибудь. Что мы еще купили? Памперсы купили. Памперсы, каши. Ребенку, да. А, шоколадку с чесноком. Самое главное. Ну, сала в шоколаде не было. Могли бы тоже взять. Вот. Что мы еще купили? Красный свет. Какой красный свет поехал? Ужас. Безобразие. Больше, наверное, ничего не купили. У нас там интересно, пока мы гуляли, продукты не стухли с Lidl. Пообедали, ребенка накормили, кофе попили и домой. За вторым ребенком. Да, в школу за вторым ребенком. А потом в садик за третьим ребенком. Нет, я говорю, что в Элкор надо будет заехать как-нибудь. Там фирменные кроссовки. Да, сумочки есть. Что там еще есть? Да, одежда, все есть. Как-нибудь заедем туда, походим тоже. Тарас, всем привет. Как дела в школе? Жарко? Сейчас я посмотрела в телефоне, плюс 16 градусов. Уже лето, можно сказать. Что, скоро каникулы? Ты рада?